В Люберецком городском округе подвели спортивные итоги 2022 года. Мероприятие состоялось во дворце спорта «Триумф». Участники, тренеры и инструкторы, спортсмены и их родители, специалисты администрации, которые занимаются развитием спорта. Итоги – это прежде всего цифры. Со спортивной и медальной статистикой люберецких спортсменов познакомились мои коллеги. Люберцы – территория спорта. И 2022 год еще раз подтвердил это. В округе прошло 325 спортивных мероприятий – муниципального, областного, всероссийского и международного уровня. Из них 280 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, 15 физкультурно-спортивных фестивалей и праздников, 9 физкультурных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями, 11 физкультурно-массовых мероприятий по программе «Спорт в каждый двор». 9 мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Дворец спорта «Триумф» в очередной раз оставил за собой статус спортивной Мекки Люберец. Здесь прошло 92 мероприятия, в которых приняли участие 18 тысяч спортсменов и более 22 тысяч зрителей. За 2022 год спортсмены нашей спортивной школы Олимпийского резерва выступали в 161 соревновании различного уровня. Общее количество спортсменов 900, принеся копилку медалей нашего округа 832 медали различного достоинства. Каждый из вас был молодец, каждый старался на своем стадионе, в своей спортивной секции, в управлении спортивными сооружениями, в управлении стадионами, фоками, управлениями федерациями, управлениями спортсменами для того, чтобы они получали хорошие заслуженные медали. Не только награды, но и спортивные звания. 18 спортсменам Люберецкой школы Олимпийского резерва были присвоены звания кандидатов в мастера спорта. Четверо стали мастерами спорта России. В 2022 году совместно с дирекцией спортивных сооружений продолжилась работа по технической модернизации стадионов. Я уверен, что после масштабной реконструкции стадиона «Торпедо» количество жителей, которых интересен спорт, станет еще больше. И мы сможем гордиться нашими достижениями в спорте. Отчет о спортивных достижениях завершился церемонией награждения. Благодарности, грамоты и знаки отличия от Министерства физической культуры и спорта Московской области, администрации и Совета депутатов округа, Общественной палаты Люберец получили спортсмены и их наставники. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.